أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и продолжаем передачи, посвященные теме ваххабизма. Мы вновь для этой темы пригласили в нашу студию уважаемого нашего гостя Шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракет. Уважаемый Шейх Гурбан, мы на прошлой передаче, на последней передаче, говорили о том, какие хадисы доказывают, что человека, который поклоняется Аллаху и поклоняется, и совершает намазы в сторону Мекки, запрещено обвинять в неверии, запрещено, как бы, его кровь запрещена, его имущество запрещено. И мы привели множество для этого хадисов, подтверждения к этому вы привели, и хотели привести также фетвы, и обратить внимание на фетвы, которые были до Ибн Таймии, после Ибн Таймии и самого Ибн Тайми, каковы были фетвы. Хотелось бы продолжить данную тему. Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. Ассалату ассаламу аля сайид аль-анбияи валь-мурсалин, ва аля алихи ат-тайбин ат-тахирин аль-масумин, ва ла'нату ад-даимату ва ля адаихи маджмаин, иля кияуми яуми ад-дин. Я приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Итак, по поводу фетв относительно такфиризма. Что говорят суннитские ученые, что говорили суннитские имамы по поводу того, кого дозволено такфирить, обвинять в неверии, в ширке, а кого не дозволено. Начнем с мазхаба Абу Ханифы, ханафитского мазхаба. Здесь мы обнаруживаем, обращаясь к книгам ханафитских ученых, последователей Абу Ханифы, обращаемся к их книгам и обнаруживаем, что они единогласно запрещают обвинять в неверии, в ширке и дозволять кровь и имущество того, кто является ахль кибла, того, кто является, кто обращается к гибли, кто поворачивается к гибли, к Мекке в своих молитвах, то есть то, что называется ахль кибла, запрещено. Это мы обнаруживаем в книгах самых известных из ханафитов, тот же, например, известнейший ханафитский идеолог Молла Кари, например, в своей книге приводит это от Абу Ханифы, ну и не только от Автазани приводит, и во множество. Но я приведу цитату из книги Ибн Таймии. Ибн Таймия, и не только Ибн Таймии, ознакомимся с тем, что говорит Ибн Таймия. У Ибн Таймии есть книга, называется «Дар'у та'арудиль акли ван-накль», то есть опровержение противостояния разума и священного текста. Он говорит следующее: «Ва амма Абу Ханифа». И касаясь вопроса о такфире, он говорит, что касается Абу Ханифа, ради Аллаху та'аля анху, да будет им доволен Всевышний, فقد حكى الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن أبو حني عن أبي حنيفة أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة. Что то передается, он говорит, то передает Хаким, автор книги Аль-Мухтасар, в своей книге Аль-Мунтака передает от Абу Ханифы, что он не обвинял в неверии ни одного человека, который является ахлю кибля. Ни одного человека. То есть здесь не, абсолютно не важно, совершает он грехи, не совершает, имеет заблуждение, не имеет заблуждения. В этом и суть этой фетвы. Что здесь эта фетва касается также и заблудших групп. То есть заблудших, по мнению того же самого Абу Ханифы. Ибн Таймия говорит: «Ва хака Абу Бакра рази аниль керхи». Что Ар-Рази, Абу Бакр Ар-Рази также передает это мнение Абу Ханифы от Кархи и других ученых. Это же мнение Абу Ханифы.
Или же, например, ат-Тахави. Ат-Тахави также приводит от Ибн Тайм, от, прошу прощения, Абу Ханифы, «Васаальту Аба Ханиф», это книга «Мухтасару ихтилаф или улама», коротко о разногласиях между учеными, говорит, приводит также мнение Абу Ханифы, «Васаальту Аба Ханифа ан далике, факаля митля далике». И когда я спросил Абу Ханифы о том, каково его мнение по поводу такфира, он сказал то же самое. Что он сказал? Он сказал, что «Ахлю Кибля», тот, кто произносит шахаду, то есть он его признается, его шахада признается. То есть, ну это известно, я, в общем-то, ничего необычного сейчас здесь не говорю, ничего обычного в этом нету. Это фетва известная, фетва ханафитского мазхаба. Они считают, они запрещают обвинять в неверии, в ширке Ахлю Кибля, вне зависимости, кто это. Абсолютно вне зависимости, кто это. Насколько он заблудший, не заблудший и так далее. Если Ахлю Кибля, то запрещено его обвинять в неверии. Но, конечно, это никоим образом не мешает тому, чтобы считать его заблудшим. Совершенно. Совершенно не мешает. Поэтому это необходимо иметь в виду. Это что касается по поводу фетвы ханафитского мазхаба. Ханафитский мазхаб – это значительная часть суннитского мира, значительная часть мусульманского мира. Это ханафит. Это в первую очередь. Во вторую очередь, чего хотелось бы коснуться, здесь история становится довольно-таки интересной, потому что обретает неожиданный поворот. Это мнение Абуль-Хасана Аль-Аш'ари. Абуль-Хасан Аль-Аш'ари факихом не является, то есть он не является известным факихом, он является идеологом. Это идеолог. То есть он не правоед в первую очередь, а в первую очередь идеолог. И, как мы все прекрасно знаем, у Абуль-Хасана Аль-Аш'ари имеется огромное количество последователей и сторонников в современном мире среди мусульман. Это тоже значительнейшая часть мусульманского мира, суннитского мира в первую очередь. То есть суннитский, очень многие, значительная часть суннитов являются последователями и приверженцами Абуль-Хасана Аль-Аш'ари. Итак, говорит Абуль-Хасан Аль-Аш'ари, обращаемся к его собственной книге. У него есть ряд книг, и очень, одна из важнейших его книг – это «Макала туль исламиин». Это мнение, то есть эта книга посвящена мусульманским исламским течениям. «Макала туль исламиин», то есть это взгляды мусульман. Он где разбирает разногласия, где, в каких вопросах мусульмане разошлись во мнениях и кто каких мнений придерживается. И здесь он приводит огромное количество течений, в общем-то, то есть все современные течения, которые существуют, ну кроме ваххабизма, который намного позже, секты, которая возникла намного позже, так или иначе разобранные в этой книге Абуль-Хасана Аль-Аш'ари. Но что он говорит в начале своей книги, это 21 страница, самое начало. Он говорит следующее. «Ихталафа ан-нас ба'да набийхим саллаллаху алейхи ва саллям фи ашьяин катира». Он говорит, что люди после его святости посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям разошлись во мнениях относительно множества вопросов. ضلل فيها بعضهم بعضا وبرئ بعضهم من بعض. Некоторые считали, что в этих вопросах другие заблудились. Одни считали, что заблудшими считали заблудшими, да, в тех или иных вопросах и отрекались от них. Мы говорили, что в этом вопросе мы с вами не согласны. Не согласны. Не обвиняй их в неверии. Да, то есть бари'а даллала обвиняли их в заблуждении и отрекались от них, в том смысле, что не соглашались с ним. Говорили, что мы к вам не причастны в этом вопросе. Фасару фираqan mutabayinin wa ahzaban mutashattitin. И таким образом мусульманская община, мусульманское общество
поделилась на разные течения, которые отличались друг от друга, и на разные партии, которые разделились. Но «Илля анна л-Ислам яджмаухум». وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهِمْ. Абу-л-Хасан аль-Ашари говорит в своей собственной книге, что, но несмотря на все эти разногласия, которые он причисляет в своей книге «Макалат аль-Исламия», здесь, как я уже сказал, разные, кадариты, некадариты, муфаббеда, не муфаббеда, шииты, не шииты, разные приводят течения. Он говорит, но есть одна вещь, он говорит, что «Илля анна л-Ислам яджмаухум», что у них есть нечто общее, несмотря на все эти разногласия, у них есть нечто общее, что их объединяет. И что это? Ислам. Ислам. Все они являются мусульманами. Все эти течения – это мусульманские течения. Все они мусульмане. Вот ваххабизм, я не знаю, это... Совершенно понятно, что изначально это было неосознанно, но сейчас в чем вот недостаток? Вот, на чем держится, да? Нет, вот в чем вот это вот препятствие для ваххабита, чтобы понять, что если человек, по твоему мнению, заблудший, это не значит, что он неверный. Это не значит. Потому что ты можешь, например, суннит, с моей точки зрения, может быть заблудшим, но это не значит, что он не является неверным. Или же другой шиит, я, будучи шиитом, могу посчитать, что другой шиит является заблудился в том или ином вопросе. Но это не значит, что я его не считаю шиитом или не мусульманином, и считаю неверным. Есть разница в этом. Вот это вот тонкость, и как вроде бы не особо и большая тонкость, довольно-таки жирный вопрос, но почему-то... Непонятен для некоторых. К сожалению, да. وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهِمْ. И ислам покрыл все эти группы с собой. Он накинулся на них, как покрывало, как шатер, и объединил их внутри себя ислам. Все эти группы, то есть Абу-л-Хасан аль-Аш'ари издал фетву, его мнение, что это все мусульмане, несмотря на свои разногласия, несмотря на то, что они друг друга считают заблудшими и отрекаются от мнения друг от друга. Но все, несмотря на это, он выносит решение о том, что все они являются мусульманами. И также это же мнение приводится и в другой передаче, достоверной передаче. Также Абу-л-Хасан аль-Ашари, ну с этим мы ознакомимся, я так понимаю, что нам нужно прерваться. Перерыв, да, прерваться. Уважаемый Шагурман, мы прервемся и после чего продолжим. Хорошо. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После небольшого перерыва мы продолжим эту тему. Уважаемые наши телезрители, мы прерываемся на небольшую паузу, до которой говорили о общей теме ваххабизма. Уважаемый шейх Гурбан, вы привели хадис, где говорится, что религия ислам объединяет всех заблудших и незаблудших, по мнению каждого. Допустим, любой мусульманин может, допустим, в чем-то не согласиться с другим мусульманином в каком-то вопросе и отречься от него, считать его заблудшим, но он не имеет права все равно считать его не мусульманином. Вы привели для этого хадис. Слушай, это мнение Абу-л-Хасан аль-Ашари. Да, мнение ученого. Это в его книге «Макалат аль-Исламия». Абу-л-Хасан аль-Ашари – это некий исполин суннитского мира. Идеолог. Идеолог очень важнейший, следует, да. Следует большинство суннитов. Совершенно верно. Огромное количество суннитов следует именно ему. Также приводятся предания... В книге это приведено Сунан аль-Бейхаки. Абу Бакр аль-Бейхаки привел в своем Сунане это предание. Это 10 том, 349 страница. Имеется здесь цепочка передач, я, конечно, не буду перечислять. Восходит к... Эта цепочка передач восходит к Сарахси. Сарахси тоже величайший ученый, то есть
является ханафитом, последователем Абу-л-Хасан аль-Ашари, в том числе, и выдающийся ученый. И вот что он говорит о своем учителе, Абу-л-Хасан аль-Ашари. «Ламма карба худуру аджали Абу-л-Хасан аль-Ашари». Когда приблизилось время смерти Абу-л-Хасан аль-Ашари, когда он уже был при смерти. «Рахимахуллах фидари Багдад даани». Это было в Багдаде, то есть, ну, когда он... Он призвал меня к себе. Сарахси говорит, что Абу-л-Хасан аль-Ашари призвал меня, позвал меня к себе. Факаля. Ишхад. Алейя анни ла укаффиру ахадан мин ахли хадихи л-кибла. Будь свидетелем. Абу-л-Хасан аль-Ашари говорит своему ученику Сарахси. Говорит, будь свидетелем, свидетельствуй, что я не обвиняю в неверии ни одного человека, ни одного человека, который обращается, который является Ахлюль Кибля, который обращается в сторону Мекки. Я не обвиняю ни одного человека, который является Ахлюль Кибля. Мин Ахли Хадихи Кибля. Лианна Л-Кулля Юшируна Иля Ма'будин Вахид. Потому что каждый из них, все те, кто является Ахлюль Кибля, поклоняются ему единому, единому Богу. وَإِنَّمَا هَذَا إِخْتِلَافُ الْإِبَارَةِ. А все, что вот это вот есть разногласия, это всего лишь формальные разногласия. Разногласия, не меняющие того факта, что это мусульмане, что это единобожники. То есть это также имеется это же мнение, и в Сунан аль-Байхаки приведено по достоверной цепочке передатчиков. Эту цепочку передатчиков, кстати, подтвердил Дахаби. И здесь то, что я говорил, обретает неожиданные обороты. Это то, что говорит Дахаби. Сияру а'лам ан-нубала. Здесь говорит он интересную вещь. Сияру а'лам ан-нубала. Дахаби в 11 томе, страница 393, он говорит следующее. Довольно-таки длинный текст, но нам надо с ним ознакомиться. Ра'айту лиль аш'ари калиматан а'джабатни. Я увидел некие слова, которые принадлежат Абу-л-Хасану аль-Ашари, которые мне понравились. Которые мне понравились. Эти слова Абу-л-Хасан аль-Ашари говорит Дахаби, Шамсуддин Дахаби. Эти слова мне понравились. Что это за слова? Вахия сабита. Это достоверно. Эти слова являются достоверными. Сабит это может быть сахих, а может быть и хасан. Почему он, чем отличается сабит от сахих? И хасан. Ну, потому что он объединяет их обоих. То есть, может быть, сабит это может быть это нечто такое понятие, объединяющее два вот этих принимаемых вида хадиса. Потому что есть сахих, который принимается, и есть хасан, который также принимается. Ну, чтобы их объединить, говорят сабит. Вахия сабитатун. То есть это или достоверно, или ну, так или иначе принимается. Так или иначе, сабита, то есть принимается. Равах аль-Бейхаки. Это то предание, которое передал Бейхак. И он приводит это предание, которое мы только что зачитали. Ну, мы не будем, конечно, заново зачитывать. Но нас интересует то, что сказал Дахаби после этого предания. И он говорит довольно-таки интересно. Вабинахви хада адину, говорит Дахаби. Он говорит, это то, что я исповедую. Дахаби говорит, это как раз то, что я исповедую. То есть это и мнение, в том числе и ученика Ибн Таймии. Дахаби является учеником Ибн Таймии, является его современником. Современником Ибн Таймии, является учеником Ибн Таймии. И вот что он говорит. Вакада кана шейхуна Ибн Таймия фи авахири айямихи. И этого же мнения стал придерживаться Ибн Таймия в конце своей жизни. Дахаби говорит. Дахаби утверждает, что его учитель, шейхуна, говорит он, мой учитель, Ибн Таймия, в конце жизни пришел к этому мнению. То есть Ибн Таймия не имел одного мнения относительно такфира. Да, он всю жизнь такфирил, и в конце жизни, видимо, покаялся, видимо, осознал, что он ошибся,
что он совершил ошибку, потому что, и это не маленькая ошибка, обвинять мусульман в неверии — это большая ошибка. И меня здесь, кстати, очень сильно удивляет то, с какой легкостью те или иные мусульмане обвиняют друг могут друга. Так взять и обвинить. Это большой грех, это невероятная ответственность. Это непростое дело, потому что за и в особенности с учетом того, что делают ваххабиты, делают вот эти сектанты, когда они сразу же вслед за обвинением в неверии дозволяют его жизнь, имущество, его честь. Что делает это самое преступление в 1000 раз хуже, в 1000 раз тяжелее. И здесь удивляет, с какой легкостью они это делают. И это следствие, конечно же, этого сектантства, того самого сектантства, основы которое заложил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. То есть это от этого учения исходит. Но так или иначе, эту же тяжелую ошибку и грех этот же совершал ибн Таймия, когда на протяжении всей своей жизни обвинял мусульман, всех или иных мусульман в неверии, но, как говорит Дахаби. И здесь, увидев эти слова, я попытался найти в книгах ибн Таймии нечто подобное. И я нашел. Нашел, где он сам утверждает об этом, сам ибн Таймия утверждает об этом. Но к этому попозже. Дахаби говорит, что мой учитель в конце жизни пришел к этому мнению, к мнению Абль-Хасан Аль-Ашари, который говорил, что я ни одного из Ахлю-Кибля не обвиняю в неверию, не считаю неверным. Якулу, что ибн Таймия говорил, «Ана ла укаффиру ахадан миналь умма», что из этой уммы я никого не обвиняю. И мы, если обратимся к книге самого ибн Таймии, мы увидим, что предложение немножко отличается. Ибн Таймия сказал немножко иначе. И далее Дахаби приводит предание в доказательство этой точки зрения, приводит предание от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это предание не входит в число тех преданий, которые мы приводили ранее. И это довольно-таки интересное предание, потому что Дахаби его приводит, и предание является надежным, то есть принимаемым. Дахаби говорит, и насколько я могу понять из текста, Дахаби приписывает этот довод, потому что в той книге, которую я также обнаружил, где ибн Таймия высказывает эту точку зрения, Абуль-Хасан аль-Ашари, принимает эту точку зрения, говорит, что Ахль-Кибля нельзя обвинять в неверии, там ибн Таймия приводит доводы и доказательства этой точки зрения. И в том числе это предание, как и говорит Дахаби. Каля Наби, что сказал его святой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Ла юхафизу аля лвуду илля мумин. Фаман лазама салават би вудуин, фахуа муслим. Это уже слова. То есть его святой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал следующее. Это то, на что ссылается ибн Таймия, и то, что приводит Дахаби в подтверждение также своей точки зрения. О том, что Ахль-Кибля нельзя обвинять в неверии. Что омовение не берет никто, кроме мусульманина, верующего, мумин. Только мумин придерживается того, что он берет омовение. То есть, если он берет омовение, значит, он мумин. В первую очередь, и прежде всего мусульманин. Прежде чем быть мумином, он прежде всего, естественно, мусульманин. И комментируя это, Дахаби приводит. Поэтому, говорит, «Фаман лазама салават», поэтому тот, кто читает молитву, бивуду, с омовением, с малым омовением, фахву муслим, он, вне всякого сомнения, мусульманином является. Где ибн Таймия говорит о том, что он придерживается этой точки зрения? В той книге, которую мы привели в начале от ибн Таймии, «Дар у таарудэ л'акли ван накль», это первый том, 94-я страница, здесь, прошу прощения, 95-я страница, ибн Таймия говорит, после того, как он провозгласил точку зрения Абу Ханифы, который запретил обвинять в неверии Ахль-Кибля, и привел других мнения других ученых, в том числе имама Шафии, мы об этом еще, с позволения Бога, в будущем поговорим, не будем останавливаться на мнении этих ученых, придем еще к другим ученым. Он приводит мнение ученых, которые придерживаются того, что нельзя обвинять в неверии Ахль-Кибля. Он говорит на 95-й странице, после всего этого говорит, «Валлади нахтаруху ан ла нукаффира ахадан мин Ахли-Кибля».
то, что наше мнение, то есть мнение, то, что мы выбрали, то, к чему мы пришли, то, к чему пришел сам Ибн Таймия, это то, что нельзя обвинять в неверии Ахля Кибля. Нельзя обвинять в неверии Ахля Кибля. Да, здесь до этого, до этой книги он мог написать Минхаджу Сунна, еще какие-нибудь омерзительные свои книги мог написать, где обвинял разные группы мусульман в неверии. Но Захаби говорит, что он в конце отвернулся от этой точки зрения. И сам он в этой книге Дарву Та'аруд Аль-Накли Валь-Акль говорит, Акли Валь-Накль говорит, что это то, что мы выбрали. И потом приводит Валь-Адилля, приводит доводы после этого, которые подтверждают его точку зрения, на которую он ссылается в том, что нельзя обвинять неверие. Да, доказывает, что нельзя обвинять неверие Ахлюль Кибля. И в связи с этим интересно обратиться к словам... А до этого он, получается, не понимал или нет, что? Конечно же, не понимал. Конечно же, не понимал, это очевидно. Ибн Таймия обвинял, он был таквилистом. И, видимо, в конце жизни только к этому пришел, как говорит Дахаби. И Дахаби ведь об этом ясно, четко говорит, что он сказал... وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه في أواخر أيامه что наш учитель, наш шейх Шамсуддин Ад-Дахаби ибн Таймия в конце жизни пришел к этому. И в связи с этим обратите внимание на то, что говорит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в своей книге Аль-Джавахир. У него есть Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, есть книга Аль-Джавахир на 25-й странице, практически на самом начале. Говорит следующее, довольно-таки интересное. Хатта кала хаула иль-джахала. Он говорит, эти невежественные ученые, эти невежды, он говорит, сказали следующее. Хаула иль-джахала мима янтасибу иля-ль-ильми валь-фик. Эти невежественные люди, которым приписывают знания, которых считают учеными и правоведами, они сказали: «Киблятуна ман аммаха ла юкаффар». Он говорит, эти невежественные люди, которых считают учеными, сказали, что тот, кто является ахли кибля, нельзя обвинять его в неверии. То есть, практически, если все это сопоставить, какой вывод у нас получается, что мы можем приобрести, какой вывод из этого сделать, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб считал ибн Таймию невежественным и не считал его ученым как таковым, ну, фактически, да, то есть он, естественно, нигде такого открыто не говорил, но итог его слов, потому что говорит «хатта каля хауля аль-джахаля», что эти ученые, эти якобы ученые, которые на самом деле являются невеждами, сказали, что тот, кто ахлю кибля, нельзя его обвинять в вере. Киблятуна ман аммаха ла юкаффар. Киблятуна ман аммаха ла юкаффар. Они сказали, что тот, кто ахлю кибля, его нельзя обвинять в невере. А кто это сказал? Это сказал Абу Ханифа. Да, это мы только привели, только небольшой список. Мы всего лишь привели несколько человек. Абу Ханифа сказал, это сказал Абуль-Хасан аль-Аш'ари, это сказал Дахаби, это сказал Ибн Таймия, пока тех, кого мы привели. И все эти ученые, величайшие ученые, в особенности Ибн Таймия и Дахаби являются авторитетами для Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, а он их называет джахаля, хауля аль-джахаля. Ну, естественно, он их не имеет в виду. Или он закрыл глаза на их мнение, на их фактическое мнение, или вовсе был настолько невежественен, что не знал о мнении Ибн Таймии и Шамсуддина Ад-Дахаби, на чем они остановились, на чем остановился Ибн Таймия, или был настолько невежественным, что не знал об этом, так или иначе, он их фактически назвал невежественными, назвал своего кумира Ибн Таймию и своего кумира Шамсуддина Ад-Дахаби джахаля, невеждами, которые не имеют отношения к знанию и праву, исламскому праву. Уважаемый Шейх Курбан, спасибо большое, если это все. Я думаю, на следующей передаче мы откроем более ясно эту тему, иншаллах. Уважаемые наши телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. На этом, я думаю, стоит закончить данную тему и перейти к мнениям других ученых, авторитетных в суннитском мире. На этом я с вами прощаюсь. Иншаллах, увидимся на следующей передаче. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.